Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео, как я вам и обещала, мы с вами будем украшать вот такие топиарии. Они у нас будут на магнитах. Делать их очень легко и просто. Длина такого топиария получается у нас 16 сантиметров. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Для работы нам с вами сегодня понадобится вот такая деревянная заготовочка. Такая заготовка у меня высотой получается 16 сантиметров. Здесь в диаметре 7,5 сантиметра. И здесь 5 сантиметров, вот где-то здесь. Вот такая заготовочка. А также парчевая лента шириной 6 миллиметров. Я выбрала вот такой голубой цвет. Для начала маленький кусочек парчи. Я приклеиваю вот здесь по центру, для того, чтобы когда мы будем обматывать нашу заготовочку, не было видно вот этого самого дерева. Готово. И теперь начинаю обматывать сам наш круг. Вот так получается. Доходим до края. Если у вас еще остается лента, вы можете продолжать обматывать и вот эту часть заготовки. Но у меня ленточка заканчивается. Поэтому я буду начинать обмотку вот с этой стороны, где у меня есть просвет. Вот такая получается заготовка. Здесь у меня остается еще видно немножко просвет, но ничего страшного, здесь мы можем приклеить или листики, или тычинки, или сам цветочек. Далее мне понадобится жесткий фетр, на котором я буду обводить две заготовочки самой нижней части. Вот так, примерно на 1 сантиметр выше. Вот такие две заготовки. Обводим и вырезаем. И теперь будем приклеивать вот так на наш горшочек.
все готово. Вот такая у нас получается заготовка. Теперь будем украшать. Как я говорила, вот это у нас будет лицевая сторона. Мне понадобится кружево. Это было цельное кружево дорожка. Приблизительный размер, то есть длина, получается 6,5 сантиметра, но мы сейчас будем приклеивать и обрезать. Вот так, смотрим, где нам больше всего подходит. И аккуратно все подклеиваем. Вот, все готово. Теперь нам понадобится та же парчевая лента длиной 10 сантиметров. Делаем маленький бантик. Далее мы с вами будем делать вот такие цветочки. Цветочки у меня из органзы. Такой цветочек в диаметре 4 сантиметра. И для одного цветочка мне понадобится органза шириной 2 сантиметра и длиной 3,5 сантиметра. Всего нам понадобится 12 таких отрезков. А также небольшой кружочек фетра в диаметре 1 сантиметр. Делаем лепестки. Вот так сворачиваем ленточку под углом. Один краешек вперед, один краешек назад. Скрепляем все с помощью огня. И таких лепесточков делаем 12 штук. В нашем цветочке будет 2 ряда, в каждом ряду будет по 6 лепестков. Приклеиваем первый ряд и второй в шахматном порядке.
Цветочек наш готов. Приклеиваем вот такую полубусинку. Такая полубусинка у меня в диаметре 1 сантиметр, почти 1 сантиметр. Для одной композиции нам понадобится 3 таких цветочка. И теперь будем делать листики. Далее мне понадобится отрезок органзы. Органза у меня шириной 38 мм. И длиной мне понадобится отрезочек 7,5 сантиметров. Такого отрезка мне хватит на 2 листика. Делаем 4-5 листиков. Складываю пополам. Зажимаю пинцетом, обрезаю и срез оплавляю зажигалкой. Здесь низ немного подрезаю. И еще раз оплавляю. Вот такой получается листик. Эти края соединяю вместе. Тоже все хорошо оплавляем. Вот так готово. И теперь вырезаем в форме листа. И теперь собираем все воедино. Склеиваю вместе 2 листика. Приклеиваю к цветочку. Все готово, вот такой у нас он получается. И вот здесь мне не хватает блеска. Я решила добавить еще немного парчевой ленты.
Вот такая у нас получается заготовка. И теперь сзади мы приклеиваем магнит. Магнит у меня будет вот так, 1,5 сантиметра. Вот здесь 1,5 сантиметра. И тут 1,2, 1,3 даже. Для начала я разогреваю магнит. И быстренько приклеиваю к нашей заготовке. И все готово. Вот такая у нас получается красота. А еще вот я сделала такой топиарий. Здесь у меня ленточка органза градиент. 2,5 сантиметра шириной, листики из атласа. Вот такая у нас с вами сегодня получается красота. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!